you have north here, you're going to have south here, south here, north here. So the flux is in a keeper mode. It goes from here back again. That's funny that it's attracted. And the sections are the same thing. They kind of work together. They all stack together. Have you ever tried? Относились к двум магнитным полям, расположенным под прямым углом друг к другу. Вращающийся ролик и цилиндр имели независимые магнитные поля. Одно вертикальное и другое радиальное. Как окружность, направленное от центра, было ясно, что это магнитное поле немного отличалось от магнитных полей, с которыми мы встречались до этого, в силу каких-то причин. Что это были за причины? При наложении этих двух полей образуется волна, которая заставляет ролик вращаться по окружности. Хотя что это была за волна, тогда это было неизвестно. Существуют условия для получения магнитной волны, синусоидальной волны. Эти волны выступают в роли реки. Тогда третий этап длится до тех пор, пока не начнется реакция. Чтобы запустить ее, нужно поместить на волну намагниченный ролик, после чего эта волна начинает двигаться. Your general north, like this, north-south, so it is still oriented along the axis magnetically, but there are waveforms involved. How should I say? Если мы выделим волну, которая нам нужна, а потом сделаем фотографию, мы получим нечто иное. Мы получим синусоиду. Это и есть эффект Серла. Пересечение двух магнитных полей создает магнитную волну, которую можно измерить и усилить.